Друзья, Красная площадь. Таня Габова. Предатели врагов пустили в наш дом, а мы не знали, не понимали, что войну холодную проиграли. Был врагам не писан закон, разорвали на части наш дом, а мы не знали, не понимали, что колониями стали. И полыхнули терема до хаты, заводы, ресурсы, земля все отнята, а нам было не засиделись, братцы, с 91-го в оккупации. У оккупантов силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Враг хочет нас растерзать революцией, а мы изменим конституцию. Правду мы о ней узнали, в USAID ее написали. Подсунув нам коварный закон, враги и вассалы залезли на трон. С конституцией в короне, грабежи теперь в законе. МВФ, ФРС, USA, ЕС, ЦБ и слуга, олигархи в офшоре, платим им дань, Россия, колония. И все за нас теперь решают, пенсионный возраст, НДС повышают, паразиты правят мир в огне. Наших братьев убивают на войне. Слишком мы засиделись, братцы, с 91-го в оккупации. У паразитов силы немерено, так дайте коня мне да добрый меч. Враг хочет нас добить революцией, а мы изменим эту конституцию. Изгинут войны безвозвратно, когда исчезнут базы НАТО. Мы им верили, они сами сорвали башни, чтобы ворваться в Афганистан с топливными полями. Лгали, что в пробирках им оружие, чтобы захватить нефтяные вышки в Ираке. Разрушили свободную процветающую Ливию. Войны за ресурсы, госперевороты, грабежи. Хватит! Остановим вседозволенность победой на референдуме. И засияют небеса, по миру пронесутся голоса. Мы за мир, но если к нам с войною, дайте коня мне да добрый меч. Ой, что-то мы засиделись, братцы, с 91-го в оккупации. У паразитов силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Враг хочет нас добить революцией, а мы изменим конституцию. И скинут войны вместе с НАТО, когда мы станем брат за брата. Врагам нравилась Россия в 90-е, разграбленная ими, бессильно наблюдающая за уничтожением Югославии. Враги возненавидели Россию в начале 2000-х, предотвратившую свой окончательный крах через Ньютонский проект, не поддержавшую вторжение в Ирак и не только. Враги ненавидят Россию, которая ведет освободительную борьбу. А мы проведем референдум по изменению колониальных статей Конституции и вернем нашему Отечеству суверенитет. Дайте коня мне да добрый меч. С 91-го в оккупации, не пора ли нам разобраться? За Отечество силы немерено, дайте коня мне да добрый меч. Ратью пойдем да погоним ворога, отчизна родная, сердцу дорого. Да не пристало нам сидеть по хатам, дайте коня мне да добрый меч. Требуем референдум по изменению Конституции, чтобы вернуть Отечеству суверенитет и свободно жить и развиваться в справедливом, безопасном мире. Класс, молодец. Ура, просто класс. Друзья, это Красная площадь. Видите, какие концерты на Красной площади. И вот ребята раздают вот такие вот газеты. Женя сам зачитался, да? Россия на распутье, национальный курс за суверенитет. И вот здесь вот Горбачев, видите? Горбачев, развалившийся страну. Присоединяйтесь к иску по Горбачеву. Это абсолютно бесплатно. Просто в интернете набираете X по Горбачеву, присоединяйтесь к нему. Верховный суд уже получил первые 105 тысяч подписей. Пока отфутболил, но давим дальше. Когда вся страна проснется и потребует дать оценку произошедшим событиям, почему Америка победила в холодной войне и как они развалили СССР, вот только тогда, когда народ проснется,
может быть создать давление снизу и помочь Владимиру Владимировичу освободить страну из оккупации. Девушка, вы знаете, что мы в колонии живем? Девушки законов не читают, не знают ничего. Почему чиновники, олигархи, центробанк подчиняются оккупантам? Кто разжигает братоубийственные войны, разрушая страну за страной с целью грабежа? Пора разобраться. Вместо страны – колонии ряды. Вместо свободы – плен. Оккупанты земли не дают нам подняться с колен.